Залочки, добрый день, все позитивные гости моего канала. С вами снова я, Светлана, из хмурой сегодня Испании. И вы у меня на канале «Посидим, повяжем». Сегодня я хочу показать вам вторую часть нашего детского джемперочка регланом сверху с очень простыми расчетами. И, как и обещала, когда дойду почти до подрезов, я покажу вам, как сделать росток в этом джемперочке. Обычно в таких свитерочках, джемперочках мы делаем росток сверху, рассчитывая поворотные ряды. Либо же делаем азиатский росточек, который вывязываем чисто по спинке. Но я решила пойти немножко другим методом. Я решила сделать точно такой же круговой поворотный росточек, только уже перед самим разделением на полочки и на рукава. Я такой росток делала для себя в моем бордовом жаккардовом джемпере. И примерив его, мне очень понравилось, очень все просто, очень все красиво получается. И я решила применить это же здесь в детском джемпере. В чем состоит суть такого ростка? Я сейчас уберу немножечко в сторону пока мой джемперочек и буду вам показывать и рассказывать. Итак, у нас с вами есть наш джемпер с регланными линиями. У нас спиночка и перед. Высоту ростка. Как мы определяем высоту ростка? Для детских изделий это приблизительно 3 сантиметра. У меня плотность вязания 2,6. Я умножаю на 3. У меня получается 7,8 ряда. Либо же приблизительно 8 рядов. 8 рядов я должна распределить по моему вот этому джемперочку. Я их уже распределила по 10 петелек, по 10 петелек, точечки поставила, 10, 1, 2, 3, и заходя на рукавчик, 4. Точно так же я, девочки, сделала и с другой стороны, 10, точечка, 10, и еще раз 10. То есть я буду делать вот эти повороты, начиная с 10 петелек, не доходящих до моей вот этой красивой регланной линии. Я себе поставила маркеры 1, 2, 3 и 4 крайний маркер, где я буду делать мои разворотики. Итак, я уже дошла, вот почти-почти дошла круг до этой точки. Я вышла отсюда и прошла мой первый круг. Почти-почти до этой точечки. Здесь мне нужно развернуться и пойти назад уже к следующей моей точке. Отсюда я вышла, значит, я дохожу вот до этой точки. Разворачиваюсь и таким же способом здесь дохожу точно так же до второй точечки и делаю развороты вправо-влево, лицевой ряд изнаночный, пока я не провяжу вот этот мой интересный росточек. Дальше я покажу вам, как я буду все это разделять. Ну, в принципе, подрезы вы знаете, но я еще раз покажу для девочек, которые впервые у меня на канале. А пока я покажу вам, как я буду вот в этой точечке делать разворот без накидов, без перевитых петелек, как я и делаю для себя обычно. Итак, вот у меня, девочки, мой детский джемперочек, я дошла почти, одна петелька у меня осталась, я почти дошла до моего поворота. Я сниму мои блокеры. Я дошла почти до моего поворота, мне осталась одна петелька. Я ее, эту петельку, как всегда, как обычно, я провязываю вот здесь лицевой. И на этой петельке мне нужно сделать мой разворот. Я ничего не накидываю, не обвиваю. Я просто поворачиваю мое вязание на изнаночную сторону. И там, где у меня идет поворот по петельке, я чуть-чуть подтягиваю эту петельку назад, чтобы у меня образовалась вот так. Вот такая вот птичечка из петельки. Подхватываю вместе и продолжаю вязать
всю мою изнаночную сторону, доходя уже не до 10, а вот до следующей этой петельки. Ничего сложного нет. Точно так же я разворачиваюсь, подтягиваю ниточку, захватываю две ниточки петли в другую сторону и таким образом поворотными рядами делаю весь мой вот этот росточек. Все очень-очень просто. Итак, просто иду по рисунку, передвигая мои маркеры, аккуратно от петельки к петельке иду до вот этого моего разворота. Итак, по моей изнаночной стороне я дошла вот уже до этого моего второго поворотика. Что я делаю? Я провязываю мою последнюю петельку изнаночной и опять ничего не обвивая, не делая, поворачиваю вязание на лицевую сторону. И дальше я ниточку подтягиваю чуть-чуть вперед. Сейчас я вам покажу. Вот так чуть-чуть вперед подтягиваю ниточку, чтобы точно так же у меня здесь образовалась вот такая небольшая птичечка-галочка. И продолжаю мое вязание, уже идя к следующему развороту по лицевой стороне. Ничего сложного нет. Я сделаю все мои развороты, девочки, и вернусь потом к вам, чтобы разделить мое изделие на рукавчики, на перед и сделать вместе подрезы. Ну вот, дорогие мои вязалочки, я провязала мои укороченные ряды, пересняла на две спицы, чтобы показать вам понагляднее, сложила вместе вот здесь края моего вязания, и вот он мой росточек, вот он мой росточек по спиночке, получается отлично, оригинально. И теперь моя задача переснять на отдельные ниточки, либо булавочки, рукавчики, сделать подрезы здесь между передом и спинкой и начинать в круговую вязать тело моего джемперочка. Можно вязать его длинным, покороче, можно вязать с удлиненной спинкой. Это уже по желанию каждой из вас. И рукавчики то же самое. Потом придется добрать из подрезов, которые у меня есть между передом и спинкой, еще дополнительные петли и рукавчик вязать либо с убавлениями, как обычно делаю я, в каждом восьмом либо десятом ряду, либо вязать рукавчик без всяких убавлений, фонариком красиво и присобрать в области манжета. Так что я, возможно, вернусь еще к вам, когда буду делать подрезы. Сейчас я разделю все это на отдельные части и вернусь к вам с подрезами. Отделили наши рукава. Рукава можно отделять на короткие спицы, либо же вот на такие шнурочки. Я предпочитаю отделять все на шнурочки, чтобы вот здесь первые петельки у нас не растягивались. Мы провязали уже перед, и теперь нам нужно соединять перед с нашей спинкой. Но прежде чем соединить, как я и говорила вам, нам нужно сделать подрезы. Подрезы я для себя определила в 4 сантиметра. 4 сантиметра на 2 и 1 петельку, это получается 8 петель. Значит, между передом и между спиночкой мне нужно набрать 8 воздушных петелек. Как я их набираю? Вот так, набрасывая просто на мою спицу. 1, 2, 3 и так далее. 4. Набираем очень плотно 5, для того, чтобы этот подрез у нас не растягивался. 7 и 8. И затем очень-очень туго и очень плотно начинаем вязать вот наши эти первые петельки спинки, притягивая сильно-сильно к нашему подрезу, буквально 2-3 петельки, чтобы вот здесь у нас ничего не растягивалось. Дальше провязываем спиночку, делаем еще один подрез и круговой вязкой идем вязать спокойно
тело нашего вот такого интересного джемпера. А дальше я провяжу мои рукавчики и уже встречусь вам вместе с готовым изделием. Ну а вы сами творите свою красоту. Всем вязального настроения и легких-легких петелек.